тишину вокруг Ласковского озера разрывает звук работающей бензопилы. Юрий Мистряков пропиливает 37-сантиметровый слой льда. Его друг и коллега Павел Соловьев очищает с поверхности водоема образовавшуюся воду и снег. Планировалось, что на озере Ласковское вырастет ледяная арка. Как говорит Юрий, правильная, идеальная форма – портал среди замерзшего водоема. На следующий день арку планировали сжечь. Почему сжечь? Потому что, когда огонь и лед соединяются, это красиво. Лед пропускает свет от огня, начинает плакать. Юрий и Павел не единственные художники на озере. Вскоре к ним присоединяются другие. Компания скульпторов собирается на озере не первый год. Это уже своеобразная традиция. И они с собой берут все самое необходимое. Здесь у нас все, чтобы построить все, что угодно изо льда. То есть бензин, масло смешиваем с бензином для бензопил. То есть здесь что у нас? Всякие стамесочки для льда. Потом если там какие-нибудь нюансики и корректировочки вносить. Многие художники, которые приходят сюда, номинанты и призеры разных конкурсов, собирает всех Юрий, который со своим братом за короткие полтора месяца Нового года успел поучаствовать в 4 конкурсах. Мы в этом году покатались много с ребятами. Ижевск, Пермь, Франция, в Альпах были снежные скульптуры. И потом в Латвию поехали тоже делать изо льда на фестиваль. В Перми они создали статую самураю, который рубит бамбук. Было такое соревнование у японцев, где катаны разрубают бамбуковые стебли. Самурай, созданный руками рязанских мастеров, разрубил 30. Композицию так и назвали – один взмах меча. Как итог – первое место. Мы очень успешно в этом году выступили. У нас 2 первых места. Еще поощрительные призы. Сами художники свои скульптуры работой не считают. Говорят, это скорее увлечение. Да и заложено в каждой композиции нечто большее, чем кажется. Искусство, как по мне, оно носит такую как бы не эстетическую больше функцию, а практическую. И можно при помощи произведения искусства менять людей. То есть я как бы себя считаю как бы неким, как бы создаю атмосферу, в которой живут люди. И как бы как ни крути, что бы я ни делал, оно тем или иным образом будет воздействовать. И то есть вот это тоже мероприятие, это как бы попытка как-то, не знаю, какие-то положительные эмоции, может что-то там будет. Эмоции его, да, не важно, положительные, отрицательные, просто эмоции людям подарить. К сожалению, портал на озере так и не появился. Природа внесла свои коррективы. Под слоем воды и снега лед просто невозможно достать, не утопив бензопилу. Поэтому художники покажут себя в следующих конкурсах. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».